Пожгли ветки. А, блин, дождь прикатился, охренеть. Затром закинулся. Спать. Хинину. Внимаем хинину. Запиваем водой. Да, я думаю, где-то полтора дня уйдет на выздоровление. Добро пожаловать в Заратустру. Продолжаем прохождение Робинзонс Реквием. У нас 12-й день выживания, 10 часов утра, хорошая погода. В общем-то, в прошлой серии мы остановились на том, что я пришел в болото. Вот, и, в общем-то, болото... В болотах я, в общем-то, там встрял довольно-таки серьезно. Вот, болото там... в общем, в болотах там получилось у меня две проблемы, которые я не мог решить. Первая проблема, это была то, что мой герой... в общем, у него была трясучка. Его постоянно трясло, у него прыгал этот самый пульс. Вот, и, в общем-то, я вообще не понимал, что происходит, хотя по состоянию здоровья он вроде как был здоров. В общем, ну, прибегнул я к информации из интернета, посчитал вообще, что это может быть. Что я вообще думал, может быть, какой-нибудь баг или еще что-нибудь. В общем, ну, оказалось все гораздо проще. В общем, вот у нас сейчас вот этот индикатор, он сейчас горит желтым. Этот индикатор на самом деле показывает состояние здоровья нашего
героя, вот, и он, в частности, говорит о болезнях. И болезнь у нас малярия. То есть он показывает именно эту болезнь. Три состояния. Зеленое – это здоров, желтое, как сейчас, что ходит инфекция, и красное – это когда уже он болеет. Поэтому, в общем, как раз-таки при красном состоянии, блин, где тут? В общем, уже начинаются там трясучки и тому подобное. Сейчас, пока у меня желтое, надо принимать хинин. Он называется квинин, или как-то так. По-русски это будет хинин. Вот, и тогда мы вроде как более-менее ее подавляем, болезнь эту. В общем, важный момент, это, видимо, скорее всего, провтыкал, когда читал про интерфейс. Поэтому читайте внимательно интерфейсы, ну, читайте, вернее, внимательно буклеты, которые прилагаются к дискам, да, с играми, где описываются элементы интерфейса и там, что означает. Я, видимо, что-то как-то этот упустил. Так, и вторая проблема у нас была, это проблема, вернее, ну, там на этих болотах была это тираннозавр, здоровеннейшая машина убийств, для убийств, которую надо, в общем-то, победить. В общем, я долго там промучился, очень долго. Тоже я не знал, как его убить, все перепробовал. С лазера в него стрелял, блин, топором его махал, короче, в общем, бесполезное дело, и, в общем-то, это понятное дело, что это действительно было все бесполезно, потому что его надо знать, как убивать. Так просто его не убить. Чтобы его убить, его нужно ослепить. Как раз-таки у нас вот в Юз есть оружие. Что удивительно, блин, что именно использовать. Тем оружием нам нужно его вначале ослепить. Поэтому сегодня, по нашим планам, у нас охота на тираннозавра. Значит, у нас сейчас час, у нас времени не так уж много. Мы должны выдвинуться в 5 часов. То есть у нас получается час идти до деревни на болотах. Ну, от пещеры до деревни. Где-то примерно еще час в пещерах. То есть, а нам надо быть где-то на... А мы должны в деревнях быть где-то примерно в 7 часов вечером. Поэтому нам нужно успеть до 7 туда прийти. Поэтому сейчас, в общем-то, быстренько, до 5 у нас время есть, мы должны быстренько... Мы должны в 5 уже быть возле входа пещеры. Нам сейчас нужно подготовиться. Во-первых, я хотел здесь выкинуть все лишнее. Времени на самом деле очень мало. Во-первых, штаны выкинуть, нахрен они нам не дались. Червей выкинуть, тоже они нам сейчас не понадобятся. Это тоже выкинуть, потому что больше, видимо, нам тоже не понадобятся факелы. Все остальное вроде как нам, по-моему, нужно. А, еще вот это нужно выкинуть. Так, 20 стрел есть. Быстро кушаем, давайте. Так, блин, можно было бы еще, конечно, покушать. Сейчас идем, набираем воду. Надо воды еще набрать. А, надо... возьмем с собой, кстати, капусту. Она немного прибавляет, но надо нам с собой ее взять. Блин, я выкинул их. Ё-моё. Ладно. Чёрт. Плохо, что я выкинул. Блин, надо было ещё половить. Полностью заполнить. Ну ладно. У нас уже 3 часа. Всё, выдвигаемся мы к пещере, к нашей. Да ё-моё. Нам куда? Нам в ту сторону. Вода нормально.
Так. Ну, надеюсь, нам теперь получится завалить эту тварь. Так нервы вымотало. Он где-то примерно уже появляется в часов 8. Где у нас здесь пещера? Да, вот здесь вот. Так, что у нас там по состоянию здоровья? Пока нормально. В общем, вот такие вот тонкости, конечно, фиг догадаешься. Вот у нас пещера. Время у нас 4 часа. Много времени у нас еще есть. У нас 10 шкур, кстати, еще потом. В общем, после этого, после болот мы там тоже задержаться нам там нельзя. Черт, могу и не успеть я шкуру одну поймать. Мне нужно буквально одного там этого завалить зеленого. Ладно, пойдем сейчас. Все, пошли, короче. Может быть, пораньше пойдем, может быть, поймаем еще его. Там, так где эта дрянь-то? Бесит, ты просто бесишь, тварь. Просто тварь это бесит, это охренеть, как она бесит. Еще меня подранила, скотина. Так. Надо принять антибиотик. Так вот. Все, пошли. Бесячая эта тварь. Ладно, сюда, да. Еще самого входа стоит ведь, скотина. Так. Подожди, я куда-то... Да, я правильно иду. Получается. Нам же сюда? Да, сюда. В то время 6. Отлично. Так, сейчас надо сразу хинину принять. Да, ну пойдем, может быть сейчас по дороге встретим этих. Ого! Ты это вовремя. Все удачно, надо сказать. Очень удачно. Все, можем сейчас себе даже скрафтить куртку. Какого хрена ты разделся опять, дебил? Так. Да, все нормально. Можно снять бандаж. Погнали. Сейчас мы выдвигаемся в деревню. Слушай, я могу так и не успеть до деревни-то дойти. Твою мать. Надо поспешить.
Не в ту сторону, блин, я пошел. Да, вроде бы сюда, правильно. Время, блин, 7 часов. Надо было чуть пораньше выйти, блин. Я сейчас спешить буду. По-моему, куда-то вот сюда. Все, мы на месте. Еще надо сохраниться. Так. 9 часов. Ой, 7 часов, отлично. Так, сохранимся сейчас. Ладно. Главное не нервничать. Откуда он приходит-то? Вообще не понимаю, почему он откуда-то отсюда пришел. Почему он не срабатывает, блин? Понимаю, как это все работает, блин, потому что по идее, блин, в прошлый раз мне хватило выстрелов вот эту скотину, блин, а этот раз не хватает. Откуда он приходит, не могу понять, почему он куда-то не оттуда приходит. Он уже идет, блин. Наконец-то сдох, ублюдок, а. Тварь такая, скотина, блин. Как я тебя ненавижу, а. Просто ненавижу. Самое тупое создание. Что-то горит тебе в аду, тварь. Ладно, все, погнали. Так, заражения нету этим малярией. To my great brother, you killed Kagu, you great warrior. Little Friday's very happy and gives you our mother light. So, you deserve a most wonderful reward. Вообще она нам дала мать свет, или как там она его обозвала. Это лампа. Так что теперь нам не нужно геморроиться с этими. Скотина такая, блин. Так, все, в общем, выдвигаемся мы с этой локации. Просто, блин, мне все нервы вымотало. Кагу, блин. Вот правильно иду-то? Да, правильно. Ай, да. С третьей попытки, в общем. Вообще странно, по идее. Ага, вон ты. So, traitor, now being done one. You thought I didn't know? You couldn't resist her, huh? You just couldn't stop yourself. Don't play innocent with me. I saw you up to your old tricks with the chief of the Fridays. Well, it'll be your last kiss. You son of a bitch. You're dead. Тихо.
Вот так вот он и поплатился за свою ревность. О, у него нож был. Тихо. Все, по-моему, больше у него нету. Как его звали-то? Ладно, хрен с ним. Все, пошли отсюда, блин, это вообще. Выдвигаемся мы сейчас в локацию. Как она там называется там? Каньоны. Вообще надо сохраниться, кстати, наверное, здесь сейчас я и сохранюсь. Так, я уже там заразился. Малярией. Хинину шандарахнем и попьем, наверное, да? Да, можно попить. Кстати, он нам дал 50 грамм виски. Теперь у нас есть лампа. Плюс этой лампы в том, что она не гаснет в воде, в отличие от этих факелов. Кстати, да, и здесь у нас нету этого больше тираннозавра. Мы его грохнули там. Теперь у этих голых, этих самых голых женщин там, блин, куча мяса. Они-то, наверное, праздник теперь. Так, а вот мелкие, наверное, здесь и есть. Так что... Поэтому, в принципе, надо... Хотя нам сейчас мелкие-то и не страшные, потому что они вот здесь сидят, а нам в эту сторону идти. Но на всякий случай топор держим наготове. А как так? Как-то он там простудился. Спирин, антибиотик. Сейчас, в общем, мы идем вот к тыквам. Здравствуй, паук. По-моему, еще есть. Пожалуй, я тебя вот так лучше. Да мне не очень хочется. Кстати, надо бы, наверное, не слишком жарко одетый. У нас сейчас там градусов 25, хотя нормально. По тем, как сейчас фиг увидишь этих пауков. Надо аккуратно, конечно. Вон еще один. Так, мы... Нам сюда, да? Да, нам сюда. Давай. Это живучий.